Привет, я Алина, и недавно мы с моими одноклассниками съездили в Минск на экскурсию. Это видео конкретно про библиотеку национальную, так что, надеюсь, вам будет интересно, смотрите, а также ссылка будет в описании на то видео, там, где мы с моим классом ездили уже в Брест. Надеюсь, вам будет интересно. Сейчас мы находимся в Макдональдсе. Вот что я взяла, Хэппи Мил я давно уже хотела взять. Сейчас откроем, попробуем, узнаем, а после пойдем в библиотеку. Седьмой класс. Вы можете сейчас подойти и прикоснуться к нашей верхней части, наполниться знаниями, которые хранятся у нашей прям знания. Вы останавливаете шар, ой, и куда вы так же легко могли останавливать, и так же легко могли вам даваться знания, как вы останавливаете сейчас. Сейчас очень много стекла, и поэтому, что если стеклянные крыши, есть стеклянные потолки, дневной свет проникает в здание, делает это очень круто. Контейнеры напоминают чем-то. Здесь могут одновременно разместиться 352 человека. Мы туда не будем заходить, чтобы не мешать нашим читателям. Я вам просто расскажу. Ты думаешь, что это тоже есть свои опасности? Это все отдельно происходит. Сейчас у нас еще вот здесь две картины расположены. Одна из них называется «Музыкальный артист». Там каждый год проходит фестиваль «Славянские глаза». А здесь уже расположена картина, где центральная часть является нашей библиотекой. Не упадет? Если не боитесь, встаньте все на одну плиту. О, нет. Давай, Максим. Давайте. Давайте сюда. Сюда, ну. Итак, мне не страшно. Не надо. Так, посмотрите все налево. Ребята, подняли голову, посмотрели направо. Увидели? Едем. Не понял. Как книга катается. А давайте все, он очень-очень прочный. Толщина стекла около 3 сантиметров. Здесь 3 стекла между собой склеены, закалены. И таким образом помогают освещать Я вижу свет в конце туннеля. А это что, это тупый будет? Там еще... Все, класс! Класс, ничего не видно. Какая красота! Ничего не видно. Ничего не видно, все в тумане. Класс. Но у нас есть бинокль. Ничего.